Более 60 тружеников сельского хозяйства нашей области в среду поздравил и наградил аким области Ондаса Нуразалин. Торжественное мероприятие было посвящено Дню работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. В рамках мероприятия заместитель акима области Жакслык Иманкулов дал небольшой отчет о развитии сельского хозяйства в нашем регионе за последнее время. В этом году на субсидирование для поддержки сельхозпроизводителей нашей области было выделено 24,3 миллиарда тенге, что на 25% больше, чем в 2020 году. 17 миллиардов тенге из этой суммы было выделено из местного бюджета. Хочу отметить, что уровень сельхозпроизводительности значительно вырос, и в этой сфере на данный момент трудится около 34 тысяч человек. Если говорить об общих показателях, за годы независимости поголовья крупного рогатого скота в Актюбинском регионе увеличилось на 110%, лошадей на 111%, площадь орошаемых земель на 109%. Миллиард тенге жергілікті бюджеттен бөлінген. Если говорить о развитии скотоводства в регионе, в этом году число поголовья коров увеличилось на 9,9%, лошадей на 14%. Было произведено 106 тысяч тонн мяса и 286 тысяч литров молока. 6,1 миллиард тенге еще будут направлены на осуществление запланированных проектов. Благодаря господдержке мы в числе лидеров по обеспечению сельхозтехникой, ежегодно у нас увеличивается поголовье скота. Ежегодно в нашей области открывается порядка 1000 новых хозяйств. В этом году их количество составило 861. Глава региона Ондаса Нуразалин отметил благодарность всех работников сельхозотрасли и 62 передовикам вручил благодарственные грамоты и медали. Мы благодарим всех за кропотливый труд. Благодаря такой работе люди не видят нужды в обеспечении продовольствием. В каждом из районов мы видим свою особую значимость. Это товаропроизводительность, сельхозпромышленность, развитие скотоводства и еще много преимуществ. Главное, что любовь к своей работе дает плоды и хороший результат. После награждения зрителей порадовали концертной программой и выставкой-ярмаркой местной сельхозпродукции. Тамирис Шумабаева, Владимир Беляков, Жаслан Жубаев, программа «Факт».